12 июля из Старого Оскола организуют бесплатные автобусы в Прохоровку и обратно на торжества в честь 79-й годовщины танкового сражения. Об этом сообщает администрация округа. Желающим воспользоваться общественным транспортом необходимо предварительно подать заявку в Управление транспорта и связи по телефонам 220633 и 225959. В Прохоровке на третьем ратном поле России запланировано выступление Льва Лещенко, победителя шоу «Голос» Сергея Волчкова, оркестра Министерства обороны России, детского духового оркестра, работа интерактивных площадок, трансляции документальных и художественных фильмов, будут открыты музеи, третье ратное поле России, битва за оружие Великой Победы и бронетанковой техники. Также пройдут акции «Прохоровское сражение. Герои и подвиги. И мы помним». Прозвучат оружейные залпы.